Давай, пробивай, пробивай там. Левый потыкай, потыкай его. Хорошо. Ирина. Стоп. Стоп. Продолжение. Давай, Илья, давай, руби, руби. Повыше, повыше, продолжай. Повыше. Хорошо. Я поработаю здесь. Давай, давай, вперед. Рэк назад. Вот. Встреть сразу длинные, прямые. Чаще. Тыкай левый, тыкай. Давай. Команду слушаем. Вот. Сверни, не стой в углу. Да, издалека. Вот так, побольше ударов, побольше. И давай ему сблизиться. Вот так, хорошо. Давай, давай, Лев. Вот так, еще. И давай сблизиться. Вот так, еще, Лев. Не давай к нему чувать, поуже. Встречай его. Вот так еще. Попадай, Лев, попадай. Давай, левый, почаще, правый. Сами дистанции, не давай сбежаться. Укидывай руки, вот так. Вот так здесь, доработай сразу. Оттяни сразу удар. Оттолкни удар сразу, давай. Правда, не лети пока, не лети. Быстро выстреливай, вот так. Подай. Хорошо. И давай клинчевать, разверни сразу третий. Но, зажимай. Вот! Я давай поработай, твой момент. Активнее, больше удара. Давай, устал. Вот так! Еще! Работай! Еще! Еще! Хорошо, сам, Илья, давай! Еще, выше руки! Зверни сейчас! Хорошо, с ударом разворачивайся! Вот так! Руки выше, поднимись! Работай. Руки выше, не бросайся. Давай, Лес. Ясно, боксируй. Давай. Сам. Стрик. Резко левый, правый. Нормально на место. Хорошо. Давай. Руки выше, Лес. Татарстан, боксеру 22 года, весовая категория, представитель клуба «Факел». Давай. Я заключительный раунд, силы жалеть не надо. Не давай сблизиться, не давай. Вот так, хорошо. Готовится следующая пара. Подрахманов Булат, Каюмов Рустам. Ну уйди с угла, где вот так? Восьмрейка можешь бить. Вот. Давай. На середине, побольше удар. Верни сразу удар на 7. 8 поворотов. Очень вот. Здесь поработать надо. Развернись и поработаем. Треть. Вот так. Все. Все, уйди с угла сейчас. С ударами уходи. Я слева. С ударами уходи. Я с концовкой. Надо поработать здесь. Концовка, поработаем. Давай, Лес, концовка, доработай. Руки подними.
Руки подними, Лес. Давай, 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 Сергей. Давай, давай, давай. Стоп, там работа стоит. В этом бою единогласным решением судей победа присуждается Гатину Руслану, город Зеленодольск.